В 9 часов 57 минут от Северного трамвайного депо тронулся трамвай с эмблемой драматического театра и портретом народного артиста России Бориса Владимировича Александрова. Так нестандартно решили начать празднование 70-го дня рождения мастера сцены актера Ульяновского драматического театра имени Ивана Александровича Гончарова. Тем не менее, это тоже означает, что как бы он с нами, и он всегда будет с нами. Этот человек замечательный, очень важный для жизни театра вообще региона. Я не буду рассказывать о его ролях, о его как бы таких подвигах человеческих. Это действительно актер, который совершал подвиг каждый день. Но сегодня мы посвящаем ему вот это, потом уже началось в театре волнение, уже демонстрируются его спектакли на малой сцене. Это не разовая акция. Руководство драмтеатра договорилось с «Ульяновск-Электротранс» о том, что театральный трамвай под номером 4 целый год будет курсировать по дорогам города и рассказывать о мастере сцены, его достижениях благодаря записанному аудиоролику. Первыми пассажирами трамвая стали, конечно, актеры и их семьи. Многие из них – ученики Бориса Владимировича. Это ведущие актеры ульяновских театров, лауреаты многочисленных конкурсов и фестивалей, которые работают на киностудии и в театрах Москвы и Санкт-Петербурга. Преподают на кафедре актерского искусства УЛГУ и успешно реализуют то творческое начало, которое заложил в них талантливый учитель. В память о любимом учителе один из его учеников, актер драмтеатра, руководитель молодежного театра Алексей Храбсков, написал книгу. Я постарался выразить какую-то благодарность Борису Владимировичу таким образом от всех учеников. Я уверен, что если бы эта работа была по силам моим коллегам, каждый бы сделал такую книгу. Но мы общими усилиями собрали все материалы, напечатанные о Борисе Владимировиче, все упоминания о нем в средствах массовой информации. Получился огромный том его интервью, воспоминаний о нем, статей, рецензий и так далее. Эта книга, я считаю, очень хорошая память о Борисе Владимировиче, которого нам очень не хватает. Посмотреть на малой сцене знаковые спектакли, поставленные Борисом Владимировичем Александровым, 31 октября смогут все желающие. Будет организован свободный вход. Также воспоминаниями о работе с юбиляром поделятся мастера ульяновской сцены, игравшие в легендарных постановках. В театральных фойе зрители встретят коллеги и ученики мастера. Поклонников таланта Бориса Александрова ждут творческие встречи, мастер-классы и выставки. Ирина Антонова, Юрий Ломатов, новости Улправда ТВ.